Михаил Голубев против Владимира Подинича. Одна из красивейших атак в истории шахмат. Итак, на доске сицилианская защита. Белые начинают атаку по центру. Проламываются на королевском фланге, подключают ферзя к атаке. Здесь жертвуют ладью, подставляют его под бой коня. Черные понимают вызов, забирают ладью, взятие пешкой. Черные атакуют теперь по диагонали коня на поле d4, но не тут-то было. Ладья же один, не обращая внимания на подвисающую фигуру. Черные забирают на d4 слоном, и здесь следует e4, e5, вскрывая диагональ для слона и готовя поле e4 для подключения фигур. Итак, взятие следующей фигуры на поле e3, и здесь Михаил жертвует еще и ладью на поле g7. Если принять жертву ладьи, то последует взятие шахом, король отступает, забрали пешку, готовим мат на поле h7, и после хода h6 ферзь e4 с неминуемым матом на поле h7. Если же после ладья g7 король отступает в угол доски, то ладья снова приносит себя в жертву, и после взятия конем следует ход f4, f5, вновь открывая диагональ для слона, и теперь уже у черных нет защиты от мата на поле h7.